хамят. Ёбана мать, давайте выходите. Не соблюдают правила дорожного движения. И зачастую не имеют водительских прав. Почему мы должны доверять своей жизни водителям-нелегалам? Кто закрывает глаза на их нарушения? Что так разговариваешь? А также, что нам пытаются всучить под видом нового седана? Алгоритм работы его отвратительный. Минтранс. Время и деньги. В субботу в 10:00 на РЕН-ТВ.